Без драки в Раде тоже не обошлось. Нардеп от Народного фронта Михаил Гаврилюк буквально напал на журналиста, когда тот пытался взять у парламентария интервью. Далее без комментариев. Василий, вы с нами, да? Нет, да? Я вас сейчас разбулю. Нардепы таким поведением коллеги возмущены. Ольга Червакова в Фейсбуке призвала Народный фронт провести со своим однопартийцем воспитательную беседу и напомнила, сам Гаврилюк стал депутатом, цитирую, как раз на фоне сочувствия общественности, когда над ним самим совершали насилие.